Отделение переливания крови Одинцовской областной больницы запустило программу «Донорский светофор». Новый сервис позволяет донорам в режиме реального времени узнавать о том, какая группа крови сегодня нужнее всего медицинским организациям округа. Красный цвет означает, что кровь данной группы и резус-фактор в настоящий момент наиболее востребована. В отделении переливания крови напомнили, что вся сдаваемая здесь кровь поступает затем в медицинские организации округа. Таким образом, каждый донор поддерживает здоровье своих земляков, нуждающихся в переливании.